Клип Ромы Кенги на песню «Ты будешь счастливой» запретили к показу на телевидении и в интернете. Но артист не расстраивается. Он решил показать запретный плод друзьям. Друзья посмотрели, жертвы разрушений нет. Ты будешь счастливой. Этот клип Ромы Кенги нельзя увидеть ни по телевизору, ни в интернете. Ролик певца получился настолько откровенным, что смотреть его можно только поздно ночью и тем, кто старше 21. Первыми увидели видео друзья исполнителя. Я бы побоялся, потому что все-таки хотелось бы, чтобы работа была видна. А если ее везде запретили, это классный информационный повод, все об этом поговорят. Но просто как его будут смотреть, вот и мне вопрос. Ну, вот Рома попробует, если прокатит, я тоже так сделаю. Увиденным наш шоу-бизнес остался доволен. Особенно прекрасная половина. Во-первых, мужской обнаженки в клипе больше. Ну а во-вторых, сам Кенга, как всегда, великолепен. Слава нового клипа оказалась настолько скандальной, что пришедшие на презентацию гости забыли, что у Ромы день рождения. О том, что у певца сегодня еще и личный праздник, напоминали лишь несколько изрядно подвядших букетов. Страшную правду, что Роме стукнуло 32 года, многие из его друзей и знаменитостей узнали в разгар вечеринки. И тут же начали судорожно проверять карманы. Вдруг что сгодится на подарок. Что день рождения узнал только сегодня, поэтому, увы, кроме своего мобильника больше ничего не взял. Наверное, видимо, придется его отдать. Певица Настя Крайнова на тусовку пришла без сумки, без карманов и даже без телефона. Поэтому дарить она будет... Я вам открою секрет. Ничего. Потому что я не знала, что у него день рождения. Меня пригласила подруга, она сказала, говорит, Настя, пожалуйста, приди, презентация клипа. Сам певец обстоятельства, что про его день рождения все забыли, совершенно не расстраивается. И пусть сам он на презентации, мысли его далеко-далеко дома. Сбылась Ромина давняя мечта. Ему подарили настоящую собаку. Собаку Бассинджи. Это очень редкая порода. Я могу вам ее показать, как она выглядит. Такой прекрасный, ушастый друг у меня живет. Кто будет кормить и гулять с новым другом музыканта, неизвестно, но точно не сам певец. График у артиста слишком плотный. А покидать сцену даже ради долгожданной собаки Рома не собирается. Одними из первых поздравили именинника Татьяна Якушенкова, Василий Алешин, Николай Кузьменко, Ньюсблок, МТВ.